Иди за мной, Шурли. А что, куда идут? Освещать дом. На занятиях. Чей дом? Романа, малыша, освещать. Территорию там. Вон что, даже не знал. Вперед, вперед, небо нас ждет. Вот у него вырвало. Вот. А тебя, брат, уже освещали там? Давно еще. Давно. А когда дом сделается, тоже освещают? Конечно. Все. Еще там просто траву как скосили. А вот он. Да. Ну что? Не по уровню? Думал, не круглый будет. Нет, квадратный, я так и думал. Как тут кто приехал? Так? Благословен Бог нас всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесному. Утешителю наш истинный, ниже везде си, ниже исполняй, сокровища плоди, и жизни подателю принеси лица мы, и очисти меня от всяких осквернений. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй.
Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на веки веков, и эпохами, Отче наш, Иисусе на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, будь воля Твоя, как на небесах и земле, хлеб наш насущный, дашь нам есть, и остави нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, Господи. Яко Твое Царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и веков. Аминь. Приди, поклонимся Цареве нашему Богу. Приди, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живущий под кровом Всевышнего, по тени всемогущего покоится, говорит Господу моему, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перемыслями, если не тебе, под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истинное его, не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, пустошающая в полдень, падут позже тебе тысячи и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится жилищу твоему, ибо ангелам Союза пойдут о тебе, хранят тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею, на аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Господу помолимся. Господи помилуй. Боже Вседержитель, премудро сотворивший небеса и утвердивший землю, в равновесии, Создатель и Творец всего мира, милостиво склони свой взор на раба Твоего Романа, предпринявшего в Твоей могущественной державе воздвигнуть дом для житья и совершить его закладку. Утверди этот дом на основе крепкого камня, так, чтобы ему по Твоему божественному евангельскому слову не в силах был повредить ни ветер, ни вода, ни что иное. Благоволи, чтобы он был построен, достроен до конца, и намереваешься жить в нем, избавь от всякого вражеских, от всяких вражеских козней. Ибо Твоя держава и Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови. А сегодняшнее жилье еще не осветил-то? Оно уже освещено. Освещено, а. Я заботился, чтобы Роман благодарить. Как вырвало у Барабаша.
закрывать. Главное мотор. Господу помолимся. Господи Боже наш, сидя на серафимах и езди на херувимах, мудростью украсивай человека и благим Твоим промыслом вся ко благу направляя. Не спаси благословение Твое на колесницу сию, и ангела Твоего к ней приставит, да вшествующий в ней, им хранимый и наставляемый в мире и благополучии путь свой совершивший. Тебе славу и благодарение воссылает, хвалящий Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляю священство крестницы за крещение воды и священство война, Отца и Сына и Аминь. Благословляю священство крестницы за крещение воды и священство война, Отца и Сына. Благословляю священство. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Пусть на эту брызните. Разойдется. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвен Ты, чистися, Матери всех святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Я не знаю пока, что там. Завтра или послезавтра.